Новую машину для заливки льда получил Тверской спорткомплекс «Орбита». Больше всего этому приобретению рады тренеры и спортсмены. Теперь тренировки будут проходить в более комфортных условиях, а самое главное – снизится риск получения травмы. Лед спорткомплекса «Орбита» пока еще напоминает лунную поверхность. При ближайшем рассмотрении видны все сколы и выщербины. Но теперь все это уходит в прошлое. Региональные власти приобрели новую современную машину для заливки льда. Стоимость машины 9,5 миллионов рублей. Действительно, это машина с потрясающими качествами, которая делает лед практически идеальным. Что такое идеальный лед, прекрасно знают конькобежцы, фигуристы и хоккеисты. Эти виды спорта активно культивируются в нашем регионе. Тренер Сергей Сиренко ждет не дождется, когда эта новинка зальет новое покрытие. Ведь шорт-трек очень непростой вид спорта. И так травматично сам по себе. В борьбе дети могут упасть, столкнуться, задеть друг друга. Но если еще и лед будет некачественный, травм количество увеличится. Соответственно, и уровень подготовки не позволит развивать максимальные скорости. Развивать максимальные скорости теперь смогут не только в «Орбите», но и в целом ряде других аналогичных объектов. Как известно, в Верхней Волжье развитию спорта уделяется ключевое внимание. Это один из приоритетов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. По мнению губернатора Игоря Рудени, важной задачей является усиление материально-технической базы муниципальных спортивных школ и спорткомплексов региона. Поэтому только за последние 2 года в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» для ледовых арен Тверской области региональные власти приобрели 4 подобные машины лучших мировых производителей. И эта работа будет продолжена.